6 марта в преддверии празднования Международного женского дня на базе профессионального педагогического колледжа прошел ежегодный конкурс «А ну-ка, девочки», организованный отделом по делам молодежи и туризма администрации города Хасавюрт при содействии Дворца культуры «Спартак». Участниками конкурса стали представители студенческой молодежи СУЗов и вуза города. Выступления и творческие номера команд оценивали члены жюри, в число которых вошли депутат городского собрания Саид Муртазалиев, солист ансамбля «Эхо гор», а также заместители директоров по воспитательной работе средних общеобразовательных учебных заведений. Девочки, и что вы вообще танцуете? Ну-ка, Риман, покажи, как надо! Главной целью мероприятия является повышение уровня нравственной и духовной культуры, а также воспитание чувства сплоченности, взаимовыручки и творческого мышления. Конкурсная программа включала в себя приветствие, конкурс «Образ весны», где команды должны создать и продемонстрировать весенний образ. Конкурс «Обычай Дагестана», выход конкурсантов в традиционных нарядах одного из народов Дагестана с сопровождением номера, демонстрирующего обычаи того или иного народа, а также танцевальный конкурс и музыкальная пародия. Улыбнешься на удачу, значит, буду завидным. Небеса с тобою плачу, если плачешь ты. Образ твой годами старя, серебро в висках пускай. По словам начальника отдела по делам молодежи и туризма Айшата Таевой, мероприятие проводится с целью развития творческих способностей молодежи, выявления талантов, эстетического и нравственного воспитания подрастающего поколения. По итогам весеннего конкурса победителями стали девушки медицинского колледжа. Второе место завоевали участницы профессионального педагогического колледжа. И третье место заняли студентки аграрно-экономического колледжа. Все команды были награждены дипломами и ценными призами. Бурлия Цамбиева, Расул Гаджиев, информационная программа «Пульс».